Всем привет, и мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Анжелочка, солнышко, вставай, тебя ждут великие дела. Ну что же, друзья, давайте-ка включим свет и отведем нашу девочку в ванную комнату. Вот такое вот замечательное вечернее платье одели мы нашей девочке в прошлой части. Вот такая получилась интересная милашка-симпатяшка. Ну что же, друзья, давайте-ка покупаем нашу девочку. Вот так хорошенько потрем мылом. Чудесно, чудесно. И вот такая вот получилась чудесная, симпатичная Анжелочка. Благодаря вашим отзывам, комментариям. Вот так здорово мы ее покупали. Ой-ой-ой, как мило, как симпатично. Еще погладим, поиграем с уточкой. Ну и почистим зубки нашей девочки. Отлично, отлично. Ой-ой-ой, немножко голодненькая, сердится. Ну не переживай, Анжелочка. Сейчас мы почистим зубки и накормим тебя. А когда будем кормить, друзья, передадим привет. Здорово, здорово. Чистим, чистим зубки. Чудесно, чудесно. Итак, покажи-ка вот такие вот красивые, здоровые, чудесные зубки. Итак, неплохо, неплохо, друзья. Большущий, большущий привет от нашей любимой кошечки Анжелы всем нашим подписчикам и зрителям. И кроме того, особый привет Веке Лапшиной. Века, большущий, большущий тебе от нашей любимой кошечки Анжелы. Ну что же, друзья, давайте-ка покормим нашу девочку какими-то вкусняшками. Начнем из брокколи. Еще вот дадим этот лаваш. Замечательно. И здорово, здорово, друзья. И наша девочка переходит на новый уровень, на 113-й. Очень здорово, очень приятно. И у нас 880 монеток. Награда плюс 5 новых наклеечек. Наклеечки, друзья, мы собираем. Вот, кстати, кто-то мне написал, что у нас появилось новое обновление. Ну, пока, друзья, у меня немножко проблема с плейлистом. Я обновление качаю из другого сервиса, не из Play Market. Но, тем не менее, давайте-ка, друзья, вот так поднимем настроение нашей девочки. Хорошая, хорошая. Вот такая вот милашка, симпатяшка Анжелочка у нас получилась. Что же, неплохо, здорово, здорово, друзья. А сейчас давайте-ка, друзья, еще покупаем нашу, поднимем настроение, еще ей почистим зубки, чтобы у нашей девочки было хорошее настроение. Вот так. Да, да, да. И здорово, друзья. Подняли выше 50%. Теперь наша Анжелочка не будет грустить, будет улыбаться. Ну что же, друзья, либо чистить зубки, либо пойти ее переодеть. Ну пока давайте-ка, друзья, перейдем в гардероб. Давайте-ка, друзья, снимем вот эти чудесные, необычные, шикарные очки. Снимем фиолетовые глазки аниме. Уберем причесочку пикси. Еще сотрем вот этот необычный макияж. Убираем, убираем, убираем. Вот так, вот так, вот так. Здорово, здорово, здорово. Отлично. Замечательно, друзья. Вот такая вот получилась необычная, симпатичная Анжелочка. И еще, друзья, давайте-ка уберем это замечательное вечернее платье, у которого есть множество оттенков. Смотрите, какие есть прикольные, необычные вечерние платья. Итак, друзья, благодаря вашим комментариям я в прошлой части надевал на Анжелочку это чудесное платье. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка мы уберем вот это платье. И, друзья, пройдемся по другим нарядам. Кто, друзья, не в курсе, наши новые подписчики и зрители, что мы в нашей Анжелочке играем и надеваем костюмчики благодаря вашим отзывам и комментариям. То есть вы пишете, какой костюмчик, наряд вам нравится. И я согласно ваших пожеланиям, рекомендаций, когда есть ну так, хотя бы несколько, 2-3 рекомендации, я снимаю видео. С новым костюмчиком Анжелочки. Итак, друзья, сегодня у нас будет новый костюмчик тоже. Но вначале, друзья, давайте-ка пройдемся по основным нарядам, чтобы вы могли выбрать и написать что-то в комментарии. Ну и, конечно же, я сниму новые видео благодаря вашим отзывам и комментариям, и тем пожеланиям, и тем о тех костюмчиках, которые вы хотите видеть на нашем канале. Итак, смотрим, смотрим. Очень необычные есть у нас картинки. Очень прикольная может быть Анжелочка. Итак, пишите, кто вам нравится. А я буду суммировать, записывать и, конечно же, снимать новое видео. Итак, множество всевозможных платьев, костюмов есть. Есть, друзья, из чего выбирать. Но сегодня, друзья, у нас тоже есть победитель. Согласно вашим пожеланиям, я сниму новое видео. Итак, рассматриваем, рассматриваем, друзья, выбираем. И, конечно же, пишем в комментариях.
Итак, множество костюмов, нарядов у нас есть, но тем не менее, друзья, у нас выиграет необычный костюм, и этот костюм, сейчас мы дойдем до конца, вот бриллиантовые платья, это финальные, а сегодняшний победитель нашей игры вот такой вот замечательная красная шапочка. Здорово, друзья. Кроме того, друзья, эту красную шапочку мы можем перекрасить в другой костюмчик. Вы смотрите, есть фиолетовая красная шапочка, розовая, зеленая, желтовая, больше к оранжевому, какая-то белая, серая, вернее, да, более серая и голубая. То есть есть очень прикольные, необычные наряды. Есть из чего выбирать, но все же, друзья, давайте-ка мы сегодня вернемся к классике. То есть, хотя, друзья, если вы будете в комментариях писать о какой-то особой Анжелочке в особом костюме красной шапочки, вот по этих цветах, пишите, если вам это будет интересно, я сделаю отдельное видео на вот этот необычный костюмчик. Ну, пока, друзья, я давайте-ка выберу классику и попробуем к этой классическому костюмчику, друзья, подобрать шубку, глазки и макияж. Итак, черно-белая шубка довольно-таки неплохо смотрится. Рыженькая очень интересно, серенькая, черненькая, а вот и беленькая классическая. Кроме того, друзья, вот есть розовая милашка, симпатяшка. Ну что же, неплохо-неплохо. Какой из вариантов, друзья, лучше, трудно сказать, потому что очень миленькая кошечка, очень многие костюмчики ей подходят. Вот такая, мне кажется, серая шубка необычная. Причем вот в серой шубке мы еще, по-моему, не делали. Ну что же, друзья, давайте-ка я пока оставлю серую шубку. Попробуем к серой шубке подобрать какие-то необычные глазки. Смотрите, как зеленые здорово выделяются. Неплохой, кстати, вариант. Розовый замечательный. Так, глаза куклы, глаза ангела. Неплохо. Глаза аниме. Кошки удачи, красных, хочется что-то необычного, друзья. Давайте-ка, друзья, все же оставлю я сегодня зеленые. Очень уже они мне понравились, очень здорово выделяются. Ну и возьмем, друзья, какой-то мягкий макияж, нежный. Давайте-ка я ее возьму без блесток. Вот такой вот нежно-розовый, еле-еле проявляется. Ну что же, очень-очень мило и симпатично. А сейчас, друзья, давайте-ка попробуем подобрать какие-то зеленые тени. Вот, есть. Есть зеленые тени. Реснички, наверное, все же, друзья, я сделаю классическими черными. Давайте-ка попробуем, посмотрим, нет ли у нас зеленой туши. Кстати, есть зеленая тушь. Смотрите, какая интересная. Давайте-ка я пока одну ресничку покрашу зеленую, а другую сделаю классической. И посмотрим, какой же вариант лучше. Вот так, здорово, здорово, здорово. Придаем объем. Итак, что же у нас получилось? Ну, трудно сказать, друзья. Вот так я смотрю, честно говоря, трудно сказать. Но черный вариант, мне кажется, более-более вот такой объемный и более взгляд придает. Давайте-ка все же, друзья, я сделаю реснички черненькими, классическими, объемными. Вот так, смотрите, смотрите, как здорово получается. Итак, очень неплохо, очень замечательно. Ну и давайте-ка, друзья, еще подберем какие-то необычные, ну и губную помаду. Вот, кстати, очень необычная. Мы, в принципе, очень редко ей пользуемся с блестками. Вот такая вот милая помадка. Давайте-ка посмотрим, какие еще у нас есть варианты. Фиолетовые, розовые. Вот, кстати, нежно-розовые. Мне кажется, вот, возможно, вот это нежно-розовее будет лучше смотреться, чем это более оранжевое. Да, 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 очень мило, очень симпатично, очень здорово. По-моему, это даже лучший вариант получился. Вот такая вот симпатяшка. Давайте-ка, друзья, еще звука добавлю немножко. Вот, чудесно, чудесно. Итак, вот такая вот получилась милая, необычная красная шапочка Анжелочка. Давайте-ка посмотрим еще разные очки. Вот такие вот необычные. Кстати, а нет ли у нас красного цвета? Вот так, по-моему, есть. Вот такая вот. Вот смотрите, какая необычная красная шапочка. Вот таких вот замечательных красных очках. Но эти уже слишком. А вот такие, в принципе, мне понравились. Шикарные очки. Давайте-ка, друзья, пока на них остановлюсь. Хотя вот очки-сердечки довольно-таки тоже милый вариант. Но пока, друзья, мы остановимся на вот этом заинтересном варианте.
шикарные очки, и срочно нужна чистить зубки для нашей девочки. Не переживай, красная шапочка, сейчас мы все тебе сделаем, здорово сделаем. Почистим зубки, все у тебя будет здорово, все будет супер. Итак, чистим зубки. Отлично. Что там? Ага, это, наверное, кусочек вот застрял вот так. Да, супер, крепкие, здоровые зубки. Замечательно, друзья. Ну что же, давайте-ка посмотрим, что делается у нас вот на террасе. На террасе у нас все здорово. Вот только панорама Нью-Йорка никак не сочетается с нашей Анжелочкой Красной Шапочкой. Поэтому мы, друзья, перемещаемся в зимнюю сказку. Жаль, что нет летней сказки, но тем не менее. И давайте-ка, друзья, подберем какую-то интересную вот ноутбук, необычную вот такую вот обстановочку, нежно-розовую. Вот, по-моему, довольно-таки мило и симпатично это все получилось. Итак, смотрим. Ну что же, здорово, по-моему, мило, по-моему, очень симпатично это все у нас получилось. Ну и еще, друзья, конечно же, давайте-ка мы кухню переделаем. Давайте-ка мы переделаем ее в какой-то вот такой вот красноватый стиль. Что-то у нас давно такого стиля не было. Посмотрите, как необычно, как, в принципе, прикольно. Кстати, а нет ли у нас красной вот этой, вот есть красная скатерть. Правда, снежинками, но, думаю, ничего страшного. Итак, ой-ой-ой, как все красное, как все прикольное получилось. Ну что же, по-моему, тоже довольно-таки милый, необычный вариант. Отлично, друзья. Ну и уже раз у нас пошла вот такая вот тенденция, давайте-ка мы и ванную комнату тоже сделаем вот такой вот красненькой. Вот такие вот яркие тона. Вот подберем еще какую-то плитку необычную. Возможно, вот такой фиолетовый немножко. А здесь какие-то красноватые обои, розоватые. Вот плитка мне немножко не нравится, друзья. Но, возможно, как-то вот так. Ну, пусть остается фиолетовые. Это уже слишком. Вот, давайте-ка вот такую. Итак, вот так, мило, здорово, отлично у нас все получается, довольно-таки приличная Анжелочка, довольно-таки приличная ванная, все вот в таком вот нежном красноватом стиле, отлично. Ну и давайте-ка, друзья, мы в спальне тоже внесем изменения, сделаем все 5-го уровня, вот такого вот красноватого, вот и кроватку мы тоже переделаем, и обои мы возьмем вот такой вот розовый горошек. Ну что же, здорово, друзья. Вот и возьмем еще темно-красное вот такое вот белье закат. Итак, получилась необычная, симпатичная Анжела. Очень здорово, очень замечательно, друзья. И осталось, друзья, еще только внести изменения. Давайте-ка мы с вами дадим нашей кошечке зелье маленького котика. То есть это будет интересно понаблюдать, как наша Анжелочка сделается опять маленькой кошечкой. Отлично. Давайте-ка мы это попробуем. Вот где она, маленькая кошечка, может быть. Давайте-ка посмотрим. Вот, зелье маленькой кошечки. И да. И наша Анжелочка опять превращается в вот такую вот маленькую, симпатичненькую девочку. Смотрите, как здорово это все ей идет. Вот и в ванной комнате, и в спальне. Ну еще, друзья, очень интересно было бы посмотреть, как она будет выглядеть в других шубках. Так, вот так здорово выглядит Анжелочка, красная шапочка в черной шубке. Вот это у нас белая шубка, здорово. Розовая шубка, очень мило. Черно-белая, рыженькая, серенькая. Не знаю, друзья, какой вариант больше вам понравится. То есть пишите в комментариях, какая же шубка более подходит красной шапочке. То есть трудно сказать. Ну, в принципе, белая классическая. Розовая очень милая. Черно-белая симпатичная, необычная. Рыженькая прикольная. Ну и серенькая тоже довольно-таки оригинальная, необычная, симпатичная, здорово. Ну что же, друзья, сказать. Предпочтение трудно сказать. Но пока оставлю я ей вот такую вот милую и необычную розовую шубку. Ну и на этом, друзья, мы уже будем прощаться. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. А наша девочка Анжелочка устала, я ее буду улаживать отдыхать. Итак, друзья, всем пока-пока, до новых встреч!